Так о чем вы хотели поговорить? 2020. Год, историю которого нельзя было рассказать до сих пор, ведь он еще не закончился. Только не надо вот этих вступительных кадров, где я весь такой на расслабоне. Это унизительно. Если я поставлю моего помощника сюда, он же не попадет в кадр, да? Мы поговорили с ведущими экспертами, политиками, монархами и обычными гражданами. И готовы без прикрас рассказать о самом эпохальном году в истории. Я готова. Это 2020. Я бы сказала, что это был какой-то цирк с конями, но боюсь обидеть клоунов и коней. 2020 тебе конец. А это покажут на Квибе?